Дорогие друзья, мы получили достаточно информации о компаниях в Казахстане, которые находятся под управлением Holding UDI Group. Теперь по плану нас ждет визит в Кыргызскую республику. Оставайтесь с нами. Бишкек также является одним из наиболее экономически развитых городов Центральной Азии с крупными промышленными предприятиями и известными международными компаниями, в том числе международный холдинг UDI Group. Наш очередной бренд Omega Sports. В магазинах этого бренда продаются спортивные товары и инвентарь. Мелис Беркулов, менеджер и партнер магазина спортивных товаров Omega Sports в Бишкеке. Он тоже выбрал здоровый образ жизни. Продавать спорттовары и самому не заниматься спортом – это и морально неправильно. И я сам, как человек, я с детства спортивный, да, всегда интересовался спортом и ходил на различные виды спорта. Конечно, я занимаюсь и периодически поддерживаю свою форму. В свои 34 выпускник Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры здоров, подтянут, полон сил и энергии. И все это благодаря спорту, считает он. Потому молодой человек активно пропагандирует здоровый образ жизни с 2019 года. Вместе со своей командой стремится обеспечить желающих спортивными товарами по доступным ценам. Мы занимаемся розничной и оптовой продажей спортинвентаря на рынке Кыргызстана с 2019 года. Мы стартовали продажи в октябре месяце, и мы следуем цели сделать спорт для населения Кыргызстана более доступным, с приемлемыми ценами и широким ассортиментом. Сегодня Omega Sport – настоящая находка для спортсменов. И не только. Здесь можно найти практически все для спорта. Гимнастическое оборудование, силовые тренажеры, штанги, гантели, беговые дорожки, велотренажеры, шахматы, необходимые товары для фитнеса, кубки, медали и многое другое. Сегодня команда магазина успешно осуществляет доставку по городу Бишкек и областным центром Кыргызстана. И самое главное, особое внимание уделяется не только сбыту спортивной продукции, но и услугам, которые оказывают клиентам после приобретения ими товаров. А потому с каждым годом наблюдается увеличение количества покупателей. Когда мы поставляем наши товары клиентам, то у нас еще существует послепродажное обслуживание. То есть у нас нет такого, что мы продали и забыли клиента. Да? После продажи, если у них возникают какие-то вопросы по сборке тренажеров, либо по использованию в эксплуатации, да, и так далее, мы, конечно, всегда связываемся с ними, консультируем. И иногда, когда даже потребуется, мы отправляем своих сотрудников на выезд, чтобы они решили их проблемы. На сегодняшний день у нас более 6 тысяч постоянных клиентов. Также мы поставляем товары по тендерам корпоративным клиентам, что больше всего радует и дает нам сигнал лучше и больше работать. Это то, что корпоративные клиенты начали рекомендовать нас внутри этого сегмента. То есть корпоративные клиенты рекомендуют корпоративным клиентам, и они приходят по рекомендации. Это для нас очень хороший сигнал, и это нас подталкивает работать еще усерднее и лучше для них. Вот так сплоченному и небольшому коллективу Omega Sport удалось за короткое время достичь весомых результатов. Не останавливаясь на достигнутом, команда под руководством Мелисы Беркуловой продолжает усердно работать, открывая для многих удивительный мир спорта.